Всем привет, чуваки. На самом деле, это видео должно было выйти немного раньше, но в результате оно задержалось, потому что я посчитала, что одновременно я способна осиливать несколько дел, подалась в ЗИН, ударилась в учебу, и в результате как-то не сложилось, как-то задержалось, и в общем, видео выходит только сейчас. Но посвящено оно трем очень добрым цифрам, которые у нас стукнули. Это 1000 добрых жукисов на канале YouTube, 600 добрых жукисов в ВК-паблике и целых 800 добрых жукисов в Тамблере, чему я очень рада. Безумно рада тому, что мое творчество на YouTube получило некоторый отклик, значительный отклик, как я считаю, по крайней мере для себя. Потому что когда я начинала только-только вести канал, планировала выкладывать на него максимум глупенькие летсплеи, либо какие-нибудь спидпейнты или что-нибудь такое. В результате я получила отклик на свое как фандомное, так и оригинальное творчество. Поэтому я решила сделать такой достаточно, ну скажем так, небольшой видос, в который я подпихала все накопившиеся за это время спидпейнты, объединила их в одну пачку и решила сопроводить это некоторым спичем. Всем спасибо!
Oh,